Добро пожаловать на канал HardReset Info. Перед нами находится устройство Infinix Note 30. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз. Ищем здесь режим энергосбережения. Ага. Он уже называется режим оптимизации. И нажимаем включить. Таким образом мы включаем режим энергосбережения. Вот, а если мы захотим его выключить, то также нажимаем вот сюда. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.